утро, YouTube. Кто как спит? По диагонали. По... По диагонали. Перпендикулярно. Перпендикулярно. Вертикально. Как спят они? Они-то спят по-разному. Они ложатся, когда хотят. В 10 они ложатся. В 4 утра они начинают скакать, 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 скакать. Примерно в 9 утра эти мягкие, пушистые друзья снова засыпают, как ни в чем не бывало. Верхний свет какой-то электрический. Они все равно спят. Они поели, поспали. Опять поели, поспали. Процедура туалетного характера присутствует тоже, естественно. Встаем рано. Вот я сейчас так и сделал. По причине того, что монтировался предыдущий ролик. Они очень вкусные. Они очень-очень вкусные. Вкусно пахнут, у них какой-то супер парфюм. Не знаю, где они его покупают. Но очень вкусные. То есть, если вы живете в городе, 4-5 часов может не хватить, в кавычках не хватить, а может быть и не хватить вообще без кавычек. 8 часов, 7 часов, кто-то спит по 10 часов. Вот еще одна мягкая игрушка. Вот они сейчас поиграют, попьют водички, возможно, еще поедят, если им кто-то даст еды. И спокойно, преспокойно в 9 сон. И они готовятся ко сну. Они сначала поиграют, очень активно у них наступают игры. Очень тяжелый график у них. И ложатся спать, как ни в чем не бывало. Жарко, холодно, шумно, светло. Спят. Любят принимать массаж подушечек. Вот такой. Вот сейчас не очень хочет масс... Ну-ну-ну-ну-ну. О, это фитнес. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Её Алиса зовут. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Оп. Это был шейпинг. Ах да. Кошки спят примерно по 16 часов в сутки. Почему у нас 8? 6, 7, 4, 3, а ему нужно 16. Давай еды, давай воды, давай сон, давай поиграть. Все, давай. Они скучают так же, как и мы, когда возвращаешься домой с работы. Они тебя встречают. Так вот когтями делают. Кошкам нужно в 2 раза больше спать, по всей видимости, чем нам, двуногим. 2 лапы? 8 часов. 4 лапы? 16. Все разумно. У них очень вкусные пузики. Это такой какой-то медовый вкус. И когда они хотят спать сильно, они делают маскировку в виде запаха. Очень интересная технология. Если хочешь поспать, так сказать, побрызгай себя парфюмом. Они так и делают. А мы делаем наоборот. Когда спать, у нас чисто все. После душа, вот оттуда, или вот оттуда, или вот оттуда. Смотря где у кого душ. Получается вкусный сон у них и чистый сон у нас. И что они видят во снах? Это трудно сказать. Иногда во время сна иногда лапки так дергаются, дергаются. Тык-тык-тык-тык. Вы не видите снов вообще, потому что вы спите. Перед сном написать несколько строчек на завтра интересных вещей, которые вы хотите сделать. И тогда сон будет интересным. На утро вы проснетесь уже с какой-то идеей. Вот я сегодня проснулся с идеей о сне, потому что я сейчас спать хочу. Но все-таки надо вставать, друзья. Всем доброе утро, хорошего дня, всем пока. Вы еще не уснули, не? Или уже встали? Сладких вам снов!